В Алматы ожидают первую партию вакцины Pfizer. Борт с немецко-американской прививкой должен с минуты на минуту приземлиться в воздушной гавани мегаполиса. На месте присутствует и наша съемочная группа. На прямую связь со студией из аэропорта выходит Нургали Карабаев. Нургали, расскажи, сколько должны доставить в Казахстан и как распределят эту партию Pfizer? Добрый вечер, Наталья. Да, мы стоим в аэропорту Алматы, все ждем, пока как доставят вакцину Pfizer, можно сказать, самую долгожданную вакцину в Казахстане. Борт должен был с вакциной прилететь примерно в 19:45-19:50, но произошла задержка. Но, как нам сообщили в аэропорту, самолет уже вылетел, он в воздухе, и примерно в 21:30 или в 10:30 вечера должен уже прилететь в Алматы. Сейчас с нами здесь представитель СК фармации, который отвечает за транспортировку вакцины по стране. Мы приглашаем его к нам в кадр. Айгерим Смаилов, представитель СК фармации. Айгерим, скажите, пожалуйста, сколько доз летит в Казахстан Pfizer? Сегодня мы ожидаем прибытия первой партии. В первой партии у нас 379 тысяч доз. В общем количестве мы купили 4 миллиона 230 тысяч доз купили вакцины Pfizer. Прибывшая вакцина в оперативном порядке, единым дистрибьютором во все регионы будут доставлены по разнарядке комитета санэпидконтроля. То есть, получается, вот эти партию не оставят в Алматы, а по всем регионам распределят. Как ее будут перевозить? На чем? Прибывшая вакцина, да, она распределена. То есть распределение осуществляет у нас комитет санэпидконтроля. По разнарядкам в каждый регион есть определенное количество, то есть объем доз. Прибывшие вакцины прибывают в специальных боксах. Вместе с тем, для хранения, транспортировки и применения с соблюдением холодовой цепи, то есть требуемым температурном режиме. Мы будем их доставлять в специальных тех боксах, которые прибыли. То есть эти боксы будут доставляться в том же состоянии, чтобы скрывать только на складах управления здравоохранения каждого региона, чтобы соблюдать этот температурный режим. Вместе с тем, чтобы соблюсти все эти температурные режимы, Министерством здравоохранения были закуплены, получается, специализированные морозильные оборудования, которые сохраняют до минус 90 градусов. Также закуплены запас шприцов, которые для разведения и введения самой вакцины. Вместе с тем проведены кампании Pfizer медперсонала обучение для безопасного и эффективного применения и хранения, получается, этих вакцин. Также представительством компании Pfizer в Казахстане разработан специальный сайт, где вся информация по применению, хранению, доставке вакцины Pfizer, информация размещена. Айгерим, скажите, пожалуйста, получается, уже завтра все регионы, и в том числе город Алматы, Нур-Султан, уже получат вакцину? Да, мы в оперативном порядке, как и все вакцины, поступающие в Казахстан, в течение суток доставляем во все регионы. Спасибо большое. Наталья, вот такие у нас данные. То есть завтра уже все регионы получат долгожданную вакцину Pfizer, и, скорее всего, после этого начнется уже прививочная кампания. Спасибо, Нургали. Наталья. Нургали Карабаев рассказал нам о том, как в Алматы готовятся к прибытию вакцины Pfizer.